So V, you think this kid can kill Urizen? One can only hope. But for now, we have a more pressing engagement. Смена игрока Ви. Выбрать Ви. Побелевайте и отдавайте команды трем демонам, управляя ходом боя с дистанции. Здоровье сферы столкнутся при вас, а навыки Ви придется приобрести. А, ясно. Интересно. Теперь мы сыграем за другого персонажа. Ну, классический костюм, это потом посмотрим. Вот это, конечно, прикольно. Здесь, наверное, помню, в том числе и за данды потом можно будет сыграть нашего старого знакомого. Да, персонаж Ви, в общем. И миссия, как раз, четвертая Ви называется. Так, ну, персонализация, значит, прокачать на буду навыки, его будет сразу все, которые есть. Так, кончилась синяя сфера. Тоже, вот это хотя бы можно купить. Все 5 штук. А, форма демона плюс 1, отлично, давай. Это здоровье, что ли, такое будет? Мало так, мало у него здоровья, да. Ладно, давай-ка. Еще купим. И последнее. Интересно, такой новый персонаж появился, узнать, что он себя представляет, этот Ви. Вендетта. Загадка. Так, погоди, нет, мне еще ничего. Навыки. Так, а навыки вообще пока недоступны. Убирать еще их не могу, вот это предметы. Значит, пока нельзя. Пока что. Прокачивает его. Так, догадывайся. Ну, начнем миссию. Итак, ну что ж, всем привет, с вами снова Михаил, вы находитесь на моем игровом канале. Хардкорное прохождение с Михаилом, и только это у нас продолжение прохождения игры Devil May Cry 5 и четвертая миссия за играем нового персонажа, в общем, за нового персонажа играем В, Ви, не знаю, как это называть его. Ага. Посмотрим, что там за навыки. Хотя навыки тебе пока непонятны, я что-то даже персонализации не могу зайти. Посмотрите, какие у него навыки. Так, а здесь у него те же навыки будут? Что ли, нет? Мне вообще, посмотри-то, навыки разные есть всякие. Другое у него управление точно. Так, кошмар F. По горизонтали. А, точно. Так, рембушка Space, понятно. Трости. Он орудует, а не мечом, интересно. Вот. Книга Е. Р. Провокация. Угу. Shift удерживает ухо цели. Камера, понятно. Это все ясно. Что за трость у меня? Шахмат. Средняя клавиша мыши. Гамбит. Так, Shift плюс средняя клавиша мыши. Прикосновение движения, нажмите так. Средняя клавиша мыши, сразу же, как вы кончите врага с помощью навыка шахмат. Ага, ясно. Грифоном может управлять. Угу. Ясно. Понятно. Угу. Тенью управляет. Так, ясно. И кошмар, что такое? Да, надо разбираться, не сразу все освоишь. Все эти приемы у него. Ладно, ладненько. Думаю, игру я все уровни сложности пройду.
точно думаю, освоюсь. He who desires but act not breeds pestilence. So it is written. Okay, Shakespeare. Just remember this. You and I like to exist, so get rid of those demons quick, cause killing them ain't my stick. I got your back. Cause dying is whack. Черная пантера у него и другой ворон. Или это такой-то этот ястреб или сокол. Точнее, тень. Так. Призвав тень, укажмите левую клавишу мыши, чтобы заставить ее провести атаку ближнего боя. Тенью он управляет, ладно. Так, а что, тени только можно бить? Довольно необычно. Нифига себе. Понятно. Так, шах и мат. Нажмите так, средней клавишей мыши рядом с умирающим врагом. Тень не умеет убивать умирающих врагов, это должен делать тебе. Понятно. Ясно. Ох ты! Блин, здесь надо еще как-то... Прикольно. Необычный геймплей, конечно. Делаешь тенью вдалеке. А сам добиваешь потом. Прикольно. А тень, в общем-то, у него как раз этот гепард, точнее, пантера черная. Прикольно. Ни хрена себе, блин. Давай. Блин, прикольно. Необычный персонаж. Так, для атаки... А, грифон можешь использовать. Призвал грифон, нажмите правую клавишу мыши, чтобы заставить его провести атаку дальнего боя. Так, что, принудительный ход. Нажмите Shift плюс по горизонтали, это у нас что будет? Интересно, так, кнопки-то. АД, что ли? Плюс Space. Уклоняйтесь атак с помощью... А, тени. Это позволит увеличить скорость и дальность передвижения. Отлично. Чё, интересно такой боец. Необычный. За него геймплей. Как это, не знаю, Resident Evil 6, где компания из-за этого была, Джека, к этому, блин, звали какого-то сына Вескера, кого я его утил с головы. Так, ну чё, пошли, грифон. Значит, будем теперь знать, что это за, в общем, у нас птица, грифон, оказывается. Этих сверху разбиваю при помощи этой тени. Нифига себе, боец. Прикольно. Он не сам не бьет, а в итоге, а именно тенью даже все разбивает, даже тет. У него здоровье то же самое, в общем, количество, что и Нера. Так, мы чё... А, мы... Так, а чё здесь еще есть, интересно? Да, издалека, в общем, мы атакуем. Не сами, а... Тихо. Да, в общем, наверное, у нас один каба, ну, точнее, он с этой помощницей каба. Здесь у него, посмотрите, какая помощь-то. Давай, атакуй их. Так, гамбиты. Перемещает врагу, которого вы прицелились. А, понятно. И, наверное, добивает любого умирающего врага. Действует на летающие цели, как раз. Гамбит, ясно. То есть, Shift плюс. Все ясно. Готово. Кто следующий? Тогда билиша. Ух ты. Эффектно. Так, все.
Идем дальше. Ну да, спускаемся. О, так, тихо. Давай, давай, бей. Обе. Ого. Расчистим себе путь. Нам спускаться надо, но мы посмотрим, что у нас здесь есть. Давай, давай, разбивай. Давай, разбивай. Так, больше... Что-то не разбивается. Все, разбили наконец-то. Да ведь, может там ничего нету? Ну да. Так, ладненько, идем вниз, спускаемся. Железная дорога. Это что такое за... Кошмар. А, шкала формы демона АФД заполняется, когда вы наносите и получаете удары. Где наносите и сами получаете удары еще от врагов. Нажмите F, когда шкала АФД на третьем уровне. Ага. Так, нажмите F, когда шкала АФД заполнится до третьего уровня или выше, чтобы призывать кошмара. А, вот что. Он будет самостоятельно атаковать врагов, пока шкал не опустит. Нифига себе, несок напарников. А. Надо атаковать врагов-то. Пойдем. Ох ты. Кошмар еще у него, Марика, друг-то. Ходит, атакует врагов. Прикольно. Апокалиптик. Да, уж прикольно, конечно, геймплей за него. За этого вид. Мне даже он очень даже стал больше нравится, чем Нера. Ох ты, блин. Может, кошмар призывать, но потом мы справимся с ним. Давай, давай. Отличненько. Только за него, конечно, ранг набрать сложнее, чем за Нерда-то. Так, идем дальше. Пат, ваши демонические питомцы перестанут двигаться, если получить слишком много урона. Шкала в левом нижнем углу экрана позволяет узнать, сколько здоровья у них осталось. Шкалы в левом нижнем углу. Шкалы. Где они там, интересно? Так, посмотрите. Демоны В со временем сами приходят в себя, чтобы ускорить восстановление. Подведите В поближе к ним. Угу. Где они там внизу-то? Пока их не видно вообще. Видимо, потом появится. Ну, побежали. Значит, осторожнее идти. Только ты все равно бегаешь. Есть, разбили. Ох. Ух, да. Так, поберем какую-то сверку. Тихо, тихо. А, так,
Немножко что-то мне подвисло. Золотая сфера. Так, понятно. И воскрешение. Но мы пока вообще не пользуемся, так обходимся. Все, что есть. Мы еще пока не погибали, слава богу. Но это еще, конечно, не конец игры. А, снова этот. Мерзкую использовать будем. Детеныша Нидхига. Здравствуй, детеныш. Ох ты. Может, кштемы не использовать? Так. Кошмар, точнее. О, блин, еще появились. Пока демона прибережем для босса лучше. Мне кажется, может пригодиться. 100%. Во, так, это берем. А это что-то на момент вот напоминает, не знаю, Darkness вторую часть. Четырех осколков можно собрать сферу. Осколок фиолетовой сферы. Еще один нашли. Фиолетовый. Что такое было? Помните, никого нету. Тихо, тихо, тихо. Так, это разбиваем. Давай. Ух ты, белая сфера. Магический белый камень демонической души. Подобрав сферу, можно восстановить часть шкалы формы демона. Ага. У меня уже максимум. В общем, надо... Что-то вроде, мне кажется, как это называлось-то. Адский курок в этом перезапуске DMC Devil May Cry. Что-то вроде этого, по-моему, это форма демона, мне кажется, напоминает. Во, отлично, попали. Так, сейчас не спустимся. Так, еще одна. Давай, разбивай. Заберем все. Во, еще. Давай, это. Тоже разбей. Что-то, почему-то... Не, это... Тихо слишком. Здесь-то. Ага, так и думал. Так, форма демона. Ага. Нажмите Q плюс левую клавишу мыши, либо Q плюс правую. Потратьте за один заряд шкалы FD, чтобы приказать тени Грифона временно автоматически атаковать врагов с величиной силой. Повторное использование команды продлевает срок действия приказа за счет зарядов шкалы FD. Ага. Q плюс, так, понятно. Усиленные... А кто здесь усиленный-то будет? Rise. Чё, всё? Бей, 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 бей их. Получай. Отличненько. Так, чтение книг. А, вот, чтение. Так, удерживайте Е. Заполняйте шкалу FD в бою. Во время использования вы будете уязвимы для атак, поэтому будьте осторожны. Ага. Так, а если читать его? А, лучше пока не читать. Потом разберемся. Так, смотри, ох, ты несок вас там. Спасибо, ворон, ой, грифон, точнее. Постоянно думаю, что это ворон, блин. На самом деле, грифон. Тихо, тихо. Да. Я так могу убить. Надо призывать демона. Блин, грифону. Черт. Сейчас, погодите. Так, где он? Как там этим забыл-то кошмар призывать.
А, вот. Давай. Это кошмар, давай, блин, появись. Нужна твоя помощь. Да, блин, зажал его. Черт, дери. Давай-ка их всех там. А, вот они, блин. Сейчас надо их подрубить. Отлично. Получай, Кать. Нин, давай там бегать. Вот так вот. Фух. Разобрались с врагами, со всеми. Так, идем дальше. Ух ты. Так, разбери еще. Не, разбивай. Вот это разбито. Не, не сюда. А, там лимити появились. Ну да, не до этого. Пока будем эту шкалу, в общем-то, демоны восполнять. Кошмар использую потом. Давай. Отлично. Так, все готово. А, вот, надо сюда добить. Отлично, готово. Блин, еще появился. Ох ты. Ох, блин, сука, вот здесь, а. Ты этих, блин, крепко хрен пробьешь. Может, демона все-таки использовать? Ладно, используй-ка я демона. Кошмар это. Давай, Кать. Не убил его с максимум, отбелеет волосы. Интересно, да, он такой. Особенность. Получай, давай. Дубасик. Есть, готово. Так, следующее. Блин, чё, он его дубасил? Победил? Блин, давай, издевайтесь. Отлично, готово. Готово. Фух, завалили всех. Какой-то еще он символ Кусима. Ага, еще одна миссия скрытая. Догадусь. Дима-ка так себе собрать. Сделать, значит, подумать бы потом будет. Так, ладненько, но с этим потом разберемся, скрытыми этими миссиями. Так, вот и заберем все эти сферы, не забываем про них. Ладно, пошли дальше. Так, еще одна. Так, собираем еще одни красные сферы. Это, а, они надо красного детеныша использовать. Значит, по сюжету нам нужно красить в эту сторону идти. Так. Угу. Давай-ка. О, вот, нам будет еще там собрать. Не забыть вот. Враги появились. Ну, естественно. Давай. Мочи. Готово. Так, отлично. Здесь все собираем. Блин. На все-таки было, думаю, надо потом затвернуться, потому что... Ух ты.
Потому что мне кажется, что я там точно забыл. Чё это забыл там? Давай кошмар используем. Врагов полно. Ух ты! Прямо эффектно появился. Давай, мочи их всех. Блин, да как-то он не умудрился попасть по мне. Получай. Ох, еще появились. Зараза. Че, победили мы у этого? Блин. Фигово. Наши тени победили. И эту тоже, и грифона. Исполняйся так быстрее. Блин, тихо, тихо, тихо. Ой-ой-ой, 70-40, не размахивайте. Давай-ка. Значит, будет это, блин, кошмар, все-таки призывать, или без него покопайтесь. Есть. Один готов. Второй будет готов. Давай. Пока почитаем. О, давай. Надо ему пока читать эти книги, вот пока, пока он там пантера бьет с врагами. Я про этого забываю. Так, нам пока сюда не надо. Надо, думаю, стоит вернуться, все-таки вернуться в ту комнату. Откуда мы там пришли-то? Вон туда по-быстрому-ка. Так, он здесь может бежать быстро, как Энера. Ух ты. О, смотри, прикольно тоже прилетать. Прилетать на грифоне можно. Вот это и забыл взять. Здесь вот есть интересные вещички. Они могут пригодиться. Так, вот это тоже магический синий осколок жизненной силы черной. Синюю сферу собрали. Ох, еще больше здоровья прибавили. Отлично. Кристалл, собранный из 4 синих осколков, увеличивает максимум, за максимум здоровья увеличивает. Ага, что-то вроде прокачки в том же биошоке там были. Инфинит. А, нельзя использовать, нужно и найти еще. Понятно. Видимо. Ну, сюда еще вернемся. Так, давай-ка. Полетели, грифон. Только на тебе долго не полетаешь, блин. Это довольно медленно так вот летать. Help us, помогите нам. Nera. Написано. Help us. Ладно, пошли дальше. Так, давай. Разбивай. О! А, да ладно. То есть она как бы ему тоже, все на всем помогает. Упс, извините. Ладно, да, позвоним. Сейчас так вот, блин, метр разбить вот это надо. Забрать эту красную сферу. Прокачаться, может, получится. Наконец-то, какие-то новые навыки. Come meet me. I'm at... Yeah, keep your panties on. I see ya already. Be right there. Блин, ну дает. Блин, ну водитель, конечно, чертери. Нормально не может. Блин, как его там зовут-то? Ника. Devil May Cry. Магазинчик Devil May Cry. Добро пожаловать. Так, о, появилась способность, отлично.
наконец-то. Быстрая игра, так. Удерживайте тоже на положении. А, быстро перемещаться. Вот это надо по-быстрому. Так, повышение. Седлайте демонического зверя кошмара. О, с кошмаром. Так, нажмите плюс среднее или спейс возле кошмара в воздухе, чтобы оседлать его. Чтобы спешиться, нажмите F плюс спейс или спейс. Или просто спейс. Спешиться. Ну ладно, давай. Прыжок от врага. Ну это естественно. Как у Нейры. Сердце формы. Так, призывный кошмар медленнее расходит. А, вот это полезно. Это точно полезно. Зеленый бонус. Увеличивает шанс получения зеленых сфер, когда активный кошмар. Зеленых сфер. Не знаю, надо ли это вообще. Белых сфер. Требуется больше сфер. Макс провокация. Это, конечно, полезно. Контра плюс R удерживать. Требуется больше сфер. Давай-ка. Так, трость. Королевская вилка. Нажмите Shift плюс один раз, поверните. Так. Плюс средней клавиши мыши. Врушите небесный дождь демонических тростей, за раз долбив всех умирающих врагов в области. Это прикольно. Тратить шкалу FD? Ага. Что значит один раз поверните? Блин. Как это вообще? Кнопка просто плана. Что-то немножко похоже, какая-то вот у этого... Не Вергилия, нет? В это перезапуске был, по-моему, какой-то прием похожий. Не трости там у него были эти, там, синяки такие вот. Иглы, или не знаю, как назвать вообще. Ну ладно, понятно. Больше ничего нету. Так, блокада. Так, грифон, есть много чего. Долю выше удерживайте. Так, правой клавишей мыши, затем пустите кнопку. Усилил блокаду, увеличивая количество призываемых столпов до 3. А, ясненько, прикольно прям. Самая мощная версия блокады, ага. 5 столпов молнии, понятно, удерживайте так. Так, усиливает карусель, увеличивая количество сдаваемых электрических разрядов. Жмите Shift плюс так назад, и плюс удерживайте, затем отпустите пара клавиши мыши. Ага. Давай-ка. Это усилим. Так, а сланга. Ух ты, о, прикольный прием. Shift плюс вперед и... Ага. Давай-ка. Двойной шаг. Назад, вперед. Ясненько. Двойной шаг. Ну так, что помощнее будет. Может, сразу прямо прокачивать помощнее-то. Надо было. Ну ладно. Мощь грифона. Ускоряет восстановление грифона. А вот это после обезвреживания. Давай-ка. Чтобы быстрее восстанавливался, полезно. Энергия грифона. Защиту грифона. Ага, тоже полезно. Так, а тоже, естественно. Так, а тени у нас чем? А, ух ты, ни хрена себе атаки. То есть, конечно, проще не Б прокачать, а сразу С. Да прикольно выглядит, конечно, этот больше. Вот ты для фига себе атака. Что там нам? Просто один раз, потом два раза клавиши можешь нажать. Не с два раза, потом один. Прорыв. Так. Ух ты, ни хрена себе атаки. Да уж, блин. Здесь, конечно, так запоминаю все эти атаки. Несмотря на довольно, конечно, повторяющиеся комбинации, запомнить, конечно, довольно просто. Давай-ка используй тоже. Прокачай. Ёж. Хотите на земле, нажмите, отпустите. Ух ты, нихер. Прикольно тоже. Так, ну это, конечно, новый уровень. Гильотина. Ух ты. Интересно, да, понятно. Шпага. Назад, вперед и вперед назад.
А, погоди, вперед или назад? Назад, вперед. Угу. Ни хрена себе. Ух ты! Мое чтение. Ну, это, конечно, думаю, точно надо. Энергия тени, так. Защиту тени тоже полезно будет. Второго уровня, естественно. Ну все. Ну остается кошмар этот. И все прикольные приемы, конечно. Блин, у него бояться невозможно. Ага, он его, в общем-то, на нем сидит. Демон новому кошмару. Демон наносит мощный удар по большой области. Давай прокачаем. Кошмар поражает область перед собой лазером. Ух ты. Используйте левую картировки или так угла атаки. Во время повышения, так, находясь на земле, нажмите так. Ага. Повышение. Так, не, погоди-ка, смотри, хочу кое-что. Вот повышение-то. Блин, не то. Просто нажать Space, либо просто Space можно нажать. Близи с кошмаром. Понятно. Ясненько, ясненько. Да, прикольный такой персонаж. Необычно у него есть комбо. Понятно, все. Ладно. Сейчас думаю, попробуем. Новая комбинация. Да, в общем, мне довольно интересно, может, тень управлять, потом кошмаром, плюс к всему грифоном. И разные атаки. Наверное, там просто меч. Чудовищный паразит Нидхег. He can't even leave the Clyphod anyway. Just a Clyphod parasite. Did you insult me? Uh-oh. You insulted me. I think he heard me. He's angry! I'm going to kill you! Not in this lifetime. As the air to a bird, or the sea to a fish, so is contempt to the contemptible. Интересно, блин. Ты на свете. Ох ты! Готово. Так, сражаем. Блин, я хотел зацепить его. Так, давай, на. Добей его. Во. Ух ты. Блин, да попал во мне, зараза. Чё, кайёныша? Получай. Ой-ой-ой, тихо-тихо-тихо, осторожно, тихо-тихо, дружище. Успокойся, мен. Так, может, кошмар использовать, попробовать. Так, может, на нее сейчас не высесть, попробовать. Нет, кошмар, так, давайте. Во. Так, пойди к этому приему. О, блин, чего, уже все?
А, блин, погоди-ка. Да, эх. Давай. Чё-то я... Ой, тихо, тихо. Готово. Блин, тихо. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Давай как используем кошмар. Давай-ка на кошмар, давай, погоди-ка. Винта, надо. Не, отцепиться к этому можно. Ой. Да, прикольно, конечно. Бои, конечно, прикольные с этим персонажем. Довольно интересная комбинация. Этот. Как отцепиться к нему можно? Пусть он до того уж сам. О. Блин, давай. О, добей его. Ой, тихо. Давай. Добей его, мне что-то забываю постоянно прицепиться к этим вот. Их добить. Так, тихо. Грифон, помоги. Добьем. Битва, конечно, довольно дольше будет идти. Так, отлично, готов, еще одна. Что-то вроде босса. Прикольно, довольно босс, интересно. Получай. Ух ты, ух ты, что ты голову отрастил. Блин, попал по мне, зараза. Это что такое я сделал? А, это мне потерял этого. Блин, что-то я теперь стоп постоянно получать от них. Так, давай еще раз кошмар. На босса будем тратить их. Давай-ка, добей-ка его. Давай. Красавец. Молодцы, троем. Четвером, в общем-то, валим всех. Этого катома. Добили. Блин. Дает мне, конечно, надо прикурить эти заразы. Тихо. Блин, попал снова. А пора кошмар по мне, давай кошмар. Блин, кошмар, мне же могу использовать, чё-то мне. Давай-ка, появись. Появись, громила. Пора твоя, пришла твоя очередь. Давай. Давай, добивай этого тоже. О. Ох, тихо, блин, попал, зараза. Все-таки попал. Блин, давайте наш. Бей его. Тихо.
Давай, добивай. Давай-ка. Блин. Давай-ка, добей этого. Во. Блин. Ну, серьезно. Ой, тихо, тихо. Кошмар, появись. Сожри их всех. Почти что все готовы. Здоровье у них там вообще осталось немножко. Давай-ка, не, давай. Добей его. Во. Ну и почти немножко осталось. Так, давай-ка. Во. Блин, а, задел меня снова. Получай. Готово. Готово. Так, еще одну голову. О, отлично. Есть. Добили его. Фух. Это что такое было вообще? Какая-то махина огромная. Так, и... Ну, так, Б, Б. Ранги у нас... Ну, Б, похоже, получился в этот раз. Ну, но персонаж вообще, как надо мне вообще близко к нему успеть освоиться. Довольно необычный, конечно, этот В, Ви, загадка. Так, всего очков в стиле 3000. Так, ну, всем тактика понятна, ладно. В общем, тем самым мы прошли черную миссию, уже по счету четвертую. При этом за нового персонажа. Довольно интересный такой персонаж. Необычный его, конечно, за него геймплей. Навыки довольно, довольно интересные, необычные для данной серии игр. Не знаю, потому что... Кстати, игры, по которой я играл, эту вот игру перезапуска, да и Devil May Cry, там таких персонажей, конечно, пока не встречал. Но... С такими вот интересными навыками. Вот всяким. Здесь он управляет тенью вот этим черной пантерой, потом бьет врагов. Не сам плюс бьет врагов, а... При помощи этой красоты тени черной пантеры, того же грифона, того же кошмара, вот этого огромного такого, не знаю, из камней, в общем, каменного великана. И сам бьет, только лишь добивает врагов потом, когда, в общем, они помечают таким фиолетовым, мигают. В общем, начинают, точнее, даже не мигать, а когда посвечивают таким белым цветом, что ли. Фиолетово-белым таким. В общем, интересно пока. Миссия получилась такая у нас посложнее. Прошли поэтому так вот ранг на Б меньше, чем до этого получилось на А ранг. Но думаю, постепенно освоимся эти персонажи. Довольно игра интересна. В общем, на этом заканчивается четвертая серия, четвертая миссия моего прохождения данной игры.
Если видео понравится, поставьте лайк, также оставляйте свои комментарии, только лишь конструктивную критику, без мата и оскорблений. С вами был Михаил, дорогие зрители и подписчики моего канала. Всем удачи, до скорых встреч и всем пока. До скорых встреч.